хватит одной искры. Нет, искра не пробежала. Блиц, помнишь, как ты помог мне влезть на часовую башню? Рука у тебя отпад! Винтовка и значок еще не делают тебя героиней. Эка, теперь ты борешься не один. Дети Зауна держатся вместе. Эзриаль, на таких, как ты, мне жаль тратить время. Профессор, не хочу опять взрывать ваши прототипы. Жанна, ты правда существуешь? Твой ветер, моя молния, устроим бурю! Эй, Джинкс, от скольких ракет мне теперь уворачиваться? Песенками делу не поможешь, Серафина. Надо действовать. И правда, крыса с арбалетом. Ну вот, я проспорила папе. Вай, ты могла сражаться на стороне Зауна, но не стала. Это что, вторая я? Или кто-то другой? Зикс, ты первый, кто сам попросил ударить его током. Я не успела. Я нужна своим. Нет, я еще могу драться. Сейчас, сейчас, все получится. Не, не смешно. Неплохо размялись, Блиц. Давай еще. Да, Кейтлин, не везет, так не везет. О, Эка, ты можешь лучше. Отмотай назад, попробуем еще. Перчатка крутая, Эзриаль. Остальное, ну так. Нет молнии без грома. А папа еще меня называл упрямой. Жух! Ха, так тебя! Есть! Чисто! Не тормози! Не связывайся со мной. Одним меньше. Не моргай! Уйди! Стреляй в ответ! Возвращайся к чертежам! Жанна, ты что? Не подводи тех, кто в тебя верит! Хватит с меня говорящих пушек! У-ху! Все пять! Это надо отметить! Ха! Мы молодцы! Стоп! Кого-то не хватает. Мощная лирика. Не то, что ты. Они посыпались! Нас не остановить! Твич, если хочешь объедков с сыром, просто скажи. Вай, я пыталась решать все кулаками, это так не работает. Просто показалось. Не о чем волноваться. Мне кажется, или пахнет паленой белкой. Да, начинается. Ого, крутое оружие, крутая команда. Погнали! А, как круто! Есть где побегать! Я быстро заряжусь! Я всегда помню про Заун. Он придает мне силы. Мы тут все можем погибнуть. Давайте сделаем это красиво. Нужна будет помощь? Зовите, я прибегу! Ого! Эти ребята хотят драки? Но я первая их сделаю! Я хитрее всех! Кроме тети. Она меня насквозь видит. Беги, заряжайся, стреляй по врагам. Вроде все просто. Сначала я защищала родных, но я могу защитить всех. Бабуля говорила, если бьют, не отступай. Золотые слова. Надо было взять перекус. То, что важно моей команде, важно и мне. Я своих не бросаю. Меня не остановить. В Зауне бывало и хуже. Прорвемся. Народа тут совсем мало. Даже пустовато как-то. Всякое может случиться, но такова жизнь. Осторожно! У меня молниемет! Мне есть место в этом мире. Мне и всем остальным. Все на меня рассчитывают. Я не подведу. Какой свежий воздух. Класс! Эти ребята как химбароны. Одни угрозы, а чуть что бегут. Сдаются слабаки. Я учусь на своих ошибках. Все или ничего, я в деле. Мой долг сражаться, когда другие не могут.
Пушка еще цела. Надо ее беречь. У кого-нибудь есть план? Нет? Ну и ладно. Быстро бегу и быстро стреляю. Надо торопиться. Там нужна моя искра. Ну и бардак. Прямо как дома. Я сейчас. Мне надо в магазин заскочить. Секунду, надо пушку подкрутить. Я кое-что забыла. Держитесь, я быстро. За мной должок. Благодарю. Вот спасибо. Химбароны со мной не справились. И никто не сможет. Так, надо встряхнуться. Я справлюсь. Мы справимся. Да, это я поторопилась. Ладно, буду внимательней. Давай, Зерри. Помни, что деремся до победного. Опа! Слышишь треск? Готова шокировать. Есть претензии к нам? Предъявляй их мне. Сколько слов? Когда перейдешь к делу? Нужна зарядка. Давай, заряжайся. Нужна искра. Заряды кончились. Нужно питание. Подарочек из зауна. Лови! Ха, сюрприз! Поберегись! Бью током! До встречи! Я ушла! Ха, пока! Пора бежать! Я побежала! Мне пора! Ха! Разряд! Тебя замкнуло? Ложись! Я здесь! Спешу! Ха! Статика! Я справлюсь! Бдыщ! Не уйдешь! Без шансов! Давай, давай! Ты не сможешь! Быстрей, быстрей! Снаряд, разряд! Уйди! Стреляю! Обороты не сбавляю! Не выйдет! Ха! По полной! Привет! Не! Эй, брысь! Ну все, я разозлилась! Мне решать! Не зевай! Искры! Я не шучу! По полной! Ха! Прочь с дороги! Даже не думай! Пс, отойди! Полный аккумулятор! Искры готовы! Полный заряд! С треском и блеском! Я молния! Я молния! Теперь на зарядку. Ух, сбросила напряжение. А, ну вот, уже все. Бум! Вот оно! Лети! Целься! Бли! Ультрашок! Я их проучу, обещаю. А, не попала.